up with a slow motion crew, and we up in our clowlin's way. Дня на границе штата Невада мотельчик такой вот взяли, называется Death Valley Inn. Сейчас идем, зачекинимся, зарегистрируемся и, в общем, будем как-то организовывать свой вечерний досуг. Друзья, доброе утро! Новый день в долине смерти встретил нас вот таким вот приятным, нежным рассветом. Мы снова отправляемся в национальный парк. Впереди у нас три интереснейших места, которые мы должны посетить и показать вам. Одно из этих мест, первое, самое раннее такое место, это кратер Убе-Эбе или Убе-Хэбе. Индийское такое название, индейское название. Кратер имеет вулканическое происхождение и довольно популярен у туристов, которые посещают северную часть Долины Смерти. Вот, и посмотрим мы, что там такого красочного и яркого. Вперед! Друзья, сделали остановочку небольшую, двигаемся к кратеру Убе-Эбе, и нам попалась развилка дорог, которая, одна из которых ведет к замку Скотти Касл. Это известная туристическая достопримечательность. В одном из видео, в прошлом видео о
Долине Смерти, я рассказывал о том, как в 2015 году здесь случилось сильнейшее наводнение, и была очень сильно разрушена инфраструктура, дорога, ведущая к этому Скотти Касл. Ну и вот мы сейчас едем здесь, и что мы видим? Событие случилось в 2015 году, сейчас 2020 год. 5 лет прошло, по-прежнему доступ туда закрыт. Вот этот вот шлагбаум, который говорит о том, что дорога закрыта, нарушителей ждет штраф $5000, если кто-то попытается все-таки туда проникнуть, и 6 месяцев тюрьмы. Ну, мы сюда не собираемся пока ехать, в общем-то, но это так, просто так. Легкое отступление. Мы продолжаем наш путь к кратеру Убеэбе. 10 минут нас ждут еще дороги, и все, и мы там на месте. Замечательная погода, ну, еще бы. Облачно, шикарнейшие виды, горы, на макушках даже еще снег лежит. В общем, все замечательно. Если тебе нравится видео, поставь лайк, не жалей. Кратер Убеэбе расположен в северной оконечности Коттонвудских гор. Он имеет ширину в 1 км, глубину 237 метров. Возраст кратера оценивается от 2 до 7 тысяч лет. Ну что ж, припарковались мы, вышли. В общем-то, далеко ходить не надо. Все сделано. Подвели парковочку прямо под самое жерло вулкана. Пожалуйста, вот он, смотрите, Убеэбе кратер. Такая вот хреновина. О. В общем, его глубина порядка 200 метров, ширина около километра. Ширина, длина, не знаю, как правильно будет, диаметр. Возраст порядка 800 лет. Хотя, в общем-то, есть мнение, что и больше. Ну, я не знаю, насколько есть разница в этом. Мы сейчас спустимся туда, проделаем такой небольшой хайк. Ну, так, ради уже полного, скажем так, завершения этого посещения этого места. Ну и, может быть, прогуляемся вокруг. Может быть, да. Кратер образовался, когда магма поднялась близко к поверхности, и ее высокая температура заставила подземные воды превратиться в пар. В результате крупных паровых взрывов извержения вулкана оставили после себя ямы, известные как маары. Вулкан Убеэбе был последним и крупнейшим в серии подобных извержений в непосредственной близости у поверхности. Внутри Убеэбе на стене образовались небольшие аллювиальные вееры вместе с насыпями от обломков. Белый ил покрывает дно Убеэбе и некоторые соседние кратеры. Все, мы на дне. Спустились. 200 метров у нас позади, если считать в расстояниях. Ну и вот, собственно, жерло потухшего вулкана Убеэбе с таким вот индейским названием. А чем примечателен этот кратер? Вот эта вот стена пестрит вот этой гаммой желтого, серого, оранжевого цвета. Такая же, как мы видели в Artis Pellet, это такой же аллювиальный веер. И особенность этого кратера такова была, что когда магма прорвалась наружу, она сделала это в том месте, где очень было много металла. И потом это все это осело в виде осадков и разукрасило стены этого кратера. Да, внизу покрывает дно вот такая вот глинистая почва, потрескавшаяся. Видно, что осадков здесь
немного. Но примечательно, ты ходишь по вулкану, который извергался несколько сотен лет назад или даже тысячу лет назад. Друзья, мы продолжаем. После того, как побывали на кратере Убаэбе, на очереди у нас уникальнейшее место, и уникальное, и в то же время довольно-таки загадочное и таинственное. Но небольшая сложность: для того, чтобы туда попасть, на это место, необходимо преодолеть почти 30 миль бездорожья и потратить на это полтора часа, может быть, больше. Если бы это место не было таким уникальным, и я не видел, и я не хотел бы его посетить, мы бы сюда не поехали, потому что это реально очень рискованно. Плюс ко всему, необходимо иметь полноприводный автомобиль для того, чтобы ехать по этой дороге. Вы потом увидите, какая она. Но, тем не менее, мы все же едем, все же туда направляемся, несмотря ни на что. Место называется Рейстрейк. Плая – это высохшее озеро, это на дне которого находятся так называемые скользящие камни. Кто-то, может быть, слышал про это место, кто-то нет, но место действительно уникальное и очень загадочное. Историю его я вам, конечно же, расскажу. Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться, если вам интересен канал и интересны мои видео. В путь! Интересно, вот мы вот колесим по Калифорнии, по Неваде, частенько в Аризоне бывали. Вот интересно получается, вроде бы национальный парк, много интересных мест, любопытных таких мест для туристов. И как ни странно, такие вот, казалось бы, места не очень популярные прокладывают дороги. А здесь вот это место, скользящие камни, вот это вот Playstrike Playa, это действительно уникальное место, действительно место, стоящее внимания
туристов, но почему-то дорогу сюда не проложили, здесь даже не уложили нормально гравий какой-то, я не знаю, там щебенка, здесь просто вот, да, есть вот местами сейчас мы едем, более-менее такой плотный, плотное покрытие, но вначале это был просто вот наваленные груды мелких камней. В общем, я не знаю почему, возможно, потому что бы слишком много любопытствующих не ездило в это уникальное место, ну, других объяснений я просто не вижу. Одна единственная дорога, куда туда можно добраться, и вот она в таком состоянии. Но мы преодолели большую половину, нам осталось буквально 8 миль еще из 27, которых необходимо было проехать. Едем. Движущиеся или скользящие камни – геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрек-Плая в долине смерти. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. До 2013 года никто никогда не видел и не фиксировал их перемещение на камеру. Подобные движения камней были отмечены в нескольких других местах, однако по числу и длине следов Рейстрек-Плая сильно выделяется среди остальных. Наконец-то мы проехали больше, чем полтора часа по этой стиральной доске и приехали, наконец-то, в это место. Друзья, вау, просто вау, это рейстрек, это дно пересохшего озера. Когда-то там, давным-давно, несколько миллионов лет назад, здесь было огромнейшее озеро, потом оно пересохло. И сейчас, в сезон дождей, когда где-то несколько дней идут дожди, оно немного так намокает, разбухает, подбухает. Так не это главное. В чем уникальность этого места? Здесь находятся скользящие камни. Камни, которые двигаются, ну, как казалось до недавнего времени, по неизвестной причине. До 2013 года никто не видел, каким образом эти камни передвигаются. Видели только сами валуны, сами камни и следы, дорожки. Такие дорожки как раз-таки называются рейстрек, треки. Мы входим в это озеро и начнем такое быстрое. К сожалению, времени немного, но попытаемся так немножко исследовать его, посмотреть. Все-таки не часто тут сюда, тут попасть сюда очень тяжело, поэтому когда мы тут еще будем? В общем, будет интересно, друзья. Большинство из скользящих камней попадают на дно высохшего озера с доломитового холма высотой 260 метров, расположенного на южной конечности Рейстрек-Плая. Масса камней доходит до нескольких сотен килограмм. Следы, тянущиеся за ними, имеют длину от нескольких десятков метров, ширину от 8 до 30 сантиметров и глубину менее 2,5 сантиметров. Камни приходят в движение всего один раз за 2 или 3 года, причем большая часть следов сохраняется 3-4 года. Камни серебристой нижней поверхностью оставляют более прямые следы, а камни, лежащие на плоской стороне, блуждают из стороны в сторону. Иногда они переворачиваются, что отражается на размере их следа. С начала 20 века явление объяснялось сверхъестественными силами. Затем возникло предположение о воздействии магнитных полей, которое, в общем-то, ничего не объясняло. В
Большинство гипотез сходилось на том, что камни перемещает ветер по влажной поверхности дна озера. Однако это лишь отчасти объясняло феномен. В мае 1972 года началась программа слежения за перемещениями камней. В 2014 году была опубликована работа, авторы которой описывают механизм их движения. Ученые поместили несколько своих камней массой от 5 до 15 кг на дно озера, снабдив их навигационными датчиками и окружив фотокамерами. Причиной движения стали большие, до десятки метров, но тонкие, от 3 до 6 мм участки льда, образующиеся после замерзания в предшествующие морозные ночи. Этот плавающий лед, увлекаемый ветром и подледным течением, перемещал камни со скоростью от 2 до 5 метров в минуту. В общем, друзья, смотрите, что получается. Мы заехали вот оттуда, это получается северная часть, и прошлись вот тому каменному островку. Там не было камней, которые, вот тех самых скользящих камней, Sailing Stones. Мы посмотрели, я посмотрел, залез оттуда сверху, с того каменного островка, и увидел здесь какие-то точки. Но мы ринулись сюда, проехали на машине вдоль берега, вышли. И что я здесь обнаружил? Во-первых, размеры камней совершенно не соответствуют тому, что я видел на фотографиях и на YouTube в роликах тех же таких же исследователей, как и мы. Но, в принципе, это хотя бы хоть что-то, потому что мы отчаялись, мы думали, что вообще ничего не найдем. Вот посмотрите сюда, видите вот этот вот маленький камень и след, вот этот вот трек. Самое, что примечательное, здесь был еще один камень, его кто-то убрал, я так понимаю, потому что место, где он стоял, осталось. Вот. А второй камень двигался вот так, вот его траектория видна, и он, получается, остался здесь. Он отличается, вот эти камни отличаются от тех, что мы видели в начале. Это больше похоже вот на что-то гранит, гранитно-мраморное такое. Хотя как бы мрамор белый, но это не белый, но текстура такая, как у гранита. Скорее всего, это гранит, но там с той стороны горы доломитовые, и основной источник этих камней — вот эти вот горы доломитовые, именно они приносят их сюда. Я еще хочу по этой области походить, посмотреть, но я думаю, что много камней мы здесь не увидим, либо их забирают кто-то на сувениры там, что ли, я не знаю, либо. В общем, непонятная ситуация, но хотя бы что-то мы увидели воочию.
Нашел еще один камушек, и довольно-таки интересный, с очень ярко выраженным следом. Он небольшой, но тем не менее заслуживает внимания. Итак, значит, смотрите сюда. Вот видите этот камушек? Дело в том, что лежал он не здесь, он лежал вот здесь. Если присмотреться, вот тут вот есть такая вот впадинка, вмятинка такая вот. И след этот ярко такой выраженный, такой беловатый, по относительно другого цвета окружающего вот этого вот ландшафта, поверхности вот этой. И по следу поэтому можно проследить, что где-то примерно 1.5 метра этот камушек проделал вот такой вот путь. И, собственно, остановился он вот здесь. Судя по следам, судя по форме, судя по следу, ну, это давно произошло. Может быть, 2-3 года назад пересохло здесь уже несколько десятков в раз после дождей. И я вот не знаю, да, поднять его можно, вот он, видно, да, что он здесь вот лежит уже, опущу, как было. Да, ну что, в общем-то, подтверждается то, чего ради мы приехали, мы увидели вот эти вот скользящие камни. Конечно, хотелось бы увидеть большие камни, но даже предположить, что вот этот вот маленький камушек мог передвигаться с помощью, как считали там, в начале 20 века каких-то мистических сил, а потом просто начали проводить какие-то опыты, эксперименты и пришли к выводу, что все-таки здесь без помощи воды и ветра никак не обошлось. Подумать, что наш последний чекпоинт перед выездом из Долины Смерти окажется таким же сложным в дорожном отношении, как и предыдущий чекпоинт Рестре Плая. Но это, к сожалению, оказалось так. Мы снова едем по вот этой вот стиральной доске. Ну, немножко, конечно, получше дорожное покрытие, чем было, когда мы ехали к движущимся камням. Там вообще было просто наваленные камни, слегка так притоптанные автомобилями. Ну, здесь более-менее так дорога еще как-то так уложена. Но, тем не менее, все равно нам предстоит еще обогнуть маршрут вдоль горы. Я не знаю, насколько там он сложный будет, этот маршрут, но GPS показывает, там очень извилистый такой зигзагообразный маршрут. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо и все будет нормально. Но такой трясучки, которую мы испытали за последних 3-4 часа, не было у нас до этого ни в одной поездке. Даже когда мы ездили к горячим источникам Deep Hot Creek Springs. Там тоже, кстати, хватало всего. Ну, в общем, едем. Наш последний чекпоинт – это самые высокие дюны в Северной Америке. Эврика Дюнс. Посмотрим на них.
друзья, мы приближаемся к нашему последнему чекпоинту, к нашей последней локации Эрик Дюнс. И мы трясемся уже, я не знаю, который час, но мы сейчас посмотрим по-быстренькому, и у нас небольшой страх за то, что топливо на исходе, у нас полбака всего лишь, а еще необходимо будет выехать отсюда, из Долины Смерти. Ближайший город, который находится в 50 милях отсюда, но все было бы хорошо, если бы мы ехали по асфальтированной дороге, но кто же знал, что дороги будут вот такие. В общем, мы скрестили пальцы, надеемся, что расчеты, которые мы произвели при планировке поездки, оправдаются, топлива нам хватит, все будет нормально. Ну а пока еще 3-4 мили, и мы возле самых высоких дюн в Северной Америке. Друзья, позвольте представить вам, это самые высокие дюны в Северной Америке. Нигде больше нет такого количества песка. Эурика Дюнс. Высота составляет примерно, глубина и высота песка примерно 200 метров. Только представьте, это вообще сложно даже вообразить. Для сравнения, вот там слева идут горная гряда. Примерно такого же уровня, такой же высоты, как вот эта вот огромная, преогромнейшая куча песка. Происхождение его, в общем-то, туманно, но сходится во мнении, что здесь было неподалеку озеро, и именно оно принесло столько песка. Но вообще сложно предположить даже, что... Сложно представить даже, что, какое должно быть озеро и сколько там должно быть песка. Мы попробуем подняться хотя бы вот, хотя бы на то вот там крыло какое-то этого вот этих дюн, насколько позволит нам время, поскольку уже закат солнца. Ну и просто погуляем, посмотрим на это чудо американское. Идем наверх, медленно и уверенно, где-то там позади, на парковке остался наш Lexus. Поднялся ветер, чем выше мы поднимаемся, тем сильнее он становится. Садится солнце. У нас была, конечно же, такая вот шальная идея забраться на тот вот пик, самый такой вот высокий, вот эта вот самая высокая часть дюн. Но, к сожалению, время не позволяет этого сделать, поэтому... Хотя бы просто погуляем вот по этим, вот по этому кусочку Африки, черт возьми. Вот это настоящая Сахара, или я не знаю, там Кызылкум, как там эти пустыни-то называются, Каракумы. Вот там озеро когда-то было. Ну, я так подозреваю, поскольку когда я читал информацию, то происхождение песка именно предполагалось наличием здесь озера. Но такое количество песка, конечно же, я даже не знаю, что за озеро должно было быть. Песчаные дюны Эврика расположены в северной части парка Долины Смерти. Несмотря на то, что они занимают площадь всего 8 квадратных километров, дюны поднимаются примерно на 207 метров над дном окружающей долины. Это делает их одними из самых высоких дюнных полей в Северной Америке.
Дюны стали частью Национального парка Долины Смерти в рамках расширения в 1994 году. Источник песка до сих пор неизвестен, хотя некоторые ученые полагают, что он возник из древнего озера в северной части долины. Друзья, это грандиозно, просто грандиозно. Я поднялся даже вот не на самый верх, а чуть-чуть перевалил вот за гребень, за тот, вот, по которому поднимался сразу, и увидел вот эту вот красоту. Вы только посмотрите. Это вот область этих дюн, она не велика на самом деле, но глубина песка и вот эта вот красота, которую соорудил ветер, получается, песок — это как бы... Это глина, а ветер – это мастер. И вот этот вот мастер сотворил из песка вот такое вот чудо. Вот такой вот провальчик. Но, честно говоря, я боюсь даже подходить ближе, потому что, хотя песок и кажется таким вроде бы утрамбованным, плотным, но он может просто поехать туда. Вот как видите, вот те вот такие прогалины. И просто можно там туда и... закопаться. Грандиозно, просто грандиозно. Уникальная характерная черта дюн Эврика обусловлена звуком движущихся зерен песка. Звук сравнивали со стонами или гулом. Он возникает, когда пласт песка лавинообразно опускается на поверхность скольжения, разбрасывая зерна песка. Трение между этими зернами создает акустическую воздушную волну, которая производит слышимый звук.